Программа «Интенсивный курс. Двойное обертывание». Программа двойного обертывания с использованием маски «Горячая формула», маски для чувствительной кожи 36,5 и крема после грязевого обертывания. Рекомендуется для радикального похудения с выраженным лимфодренажным, мощным антицеллюлитным, детоксицирующим и моделирующим эффектом. Эта процедура противопоказана для лиц, страдающих хрупкостью и ломкостью капилляров. Маска вызывает локальную гиперемию, усиливает микроциркуляцию, обменные процессы в жировых клетках, что стимулирует липолиз и блокирует обратное накопление жиров, способствует выведению токсинов и продуктов метаболизма. Основными компонентами маски являются экстракт водорослей, экстракт плюща, конского каштана, эфирные масла лимона и душицы. После нанесения маски обернуть проблемные зоны полиэтиленовой пленкой и поместить клиента в термосауну на 45 минут. По истечении 45 минут маска смывается водой, и на проблемную зону сразу наносится маска для чувствительной кожи 36,5 тонким слоем сверху вниз по входу лимфотока. В наиболее выраженных проблемных зонах можно нанести слой потолще и поплотнее. Деликатная маска 36,5 укрепляет сосудистую систему, улучшает лимфодренаж, способствует снятию отеков, уменьшению объемов тела, устранению эффекта апельсиновой корки. Выравнивает кожный рельеф и придает коже приятные ощущения прохлады и свежести. В состав маски входит ламинария, которая значительно улучшает микроциркуляцию, ускоряет обменные процессы и укрепляет ткани. Экстракт фокуса пузырчатого оказывает смягчающее и регенерирующее действие. Измельченная глина, являющаяся абсорбентом, вытягивает высвободившиеся токсины. Экстракт плюща глубоко разогревает кожу, создает эффект горчичника, усиливает микроциркуляцию и обменные процессы в жировых клетках, обладает дренажным свойством. Экстракт конского каштана укрепляет стенки сосудов и капилляров. Ментол стимулирует кровообращение и оказывает охлаждающее действие, придавая ощущение легкости и свежести. Экстракт хвоща способствует снятию отечности. Эфирные масла лимона и душицы способствуют расщеплению жиров и более глубокому проникновению биологически активных веществ в кожу. После нанесения маски оборачиваем зону полиэтиленовой пленкой в том же направлении, в котором наносили маску, и помещаем в термосауну на 45 минут. Маска смывается спустя 45 минут под душем без применения пеномоющих средств. По завершении процедуры на сухую кожу легкими массажными движениями нанесите крем после грязевого обертывания. Крем легкой консистенции, быстро впитывается, смягчает и разглаживает кожу, одновременно успокаивая ее после грязевого обертывания. Холодную и горячую формулу одновременно лучше не использовать, так как это вызывает сильный температурный контраст. Рекомендуется ежедневное применение в первые 3 дня. Последующие процедуры проводить через 2 дня. Рекомендуемый курс – 15 процедур. Поддерживающие процедуры – 1-2 раза в неделю. Повторные курсы проводить 2-4 раза в год.